В столице республики стартовал третий молодежный Сугулан МАУ-2017. Молодые лидеры, представители коренных малочисленных народов из 22 районов Якутии разделились на 5 команд. Цель каждой – создать проект по развитию и сохранению культуры своего народа. Подробности далее. В этом году в командах присутствуют представители 12 районов республики, а также города Якутска. Студенты, представители работающей молодежи уже взаимодействуют во благо своего народа и республики в целом. Так, в прошлых сессиях форума разрабатывались проекты по развитию этнотуризма, популяризации этноигр, выход телевизионной программы на родных языках, создание национального кочевого лагеря и многие другие. Позволяет объединить молодежь, зарядить какими-то общими целями, задачами, ну и вообще почувствовать сопричастность к своему народу. Каждый из них для себя что-то вынесет полезное, новое, интересное. Все 30 ребят с энтузиазмом принялись за решение насущных проблем настоящего коренных малочисленных народов Севера. Им дается всего лишь 2 дня для того, чтобы развернуто представить свой проект по сохранению и популяризации культур малочисленных народов Севера. Боевой настрой участников чувствуется далеко за пределами территории Усть-Хатын. Настолько сильно их желание сделать шаг навстречу своему будущему. Многие народы уже теряют свой родной язык, и как раз таки молодежь, подрастающее поколение, они должны стать носителем языка, культуры и традиций своих родных народов. Участники выразили свою идею расширить деятельность форума до подготовки кадров, специализированно направленных на сохранение культуры и традиций народов. Приехал сюда первый раз. И мало времени прошло, буквально только час, но мне уже очень нравится. Все ребята очень активные, веселые, и мероприятия довольно тоже будут веселые, сколько я знаю. Папа сказал, что вот проходит такой форум уже 3-й раз, и я подумала, почему бы не съездить, это будет довольно весело, встретить много таких ребят, как я, поговорить, пообщаться. С самого утра в месте проведения форума уже установлен палаточный городок для участников МАУ-2017. Провести экстремальную ночь на свежем воздухе восприняли с восторгом не все. Но с большой долей вероятности можно сказать, что скучно не будет. Молодежный Сугулан завершится 12 августа. По итогам работы форума будут выявлены лидеры для создания отделений молодежной ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Алена Алексеева, Евгений Рязанский, НВК Саха, Якутск.